3 декабря в Люберецком дворце культуры торжественно отметили Международный день инвалидов. На праздничном концерте собрался полный зал людей с ограниченными возможностями со всего Люберецкого округа. В холле для гостей организовали выставку, приуроченную к этому дню. Здесь представили свои работы люди с ограниченными возможностями здоровья. Желающие могли не только полюбоваться экспонатами, но и приобрести поделки и картины. Вот это вот у нас как бы декупаж. Это ручная работа. То есть здесь прямой декупаж, который вот выполнен на обычной досочке. То есть вот этим мы занимаемся в нашем обществе инвалидов номер 5. Это на улице Электрификации. Это тоже у нас мастер-класс. Мы можем как бы научить людей, пусть они приходят, покажем, как их всех делать. Народу собралось много. Концерт гости ждали с нетерпением и старались не опоздать, чтобы занять места поближе к сцене. Важность мероприятия отмечена и визитом главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого. Я вам скажу, у нас на территории городского округа Люберцы проживает более 19 тысяч инвалидов. Это большая цифра. У нас порядка 613 колясочников. Это тоже немало, мы их не видим, но они есть, они среди нас. И у нас 920 детишек-инвалидов. Это тоже немало. И вот задача всех властных структур как-то организоваться и быть максимально полезными, максимально помочь вот людям, которых непростых жизненных обстоятельствах. Также Владимир Ружицкий призвал всех помогать не только людям с ограниченными возможностями, но и просто нуждающимся. Андрей Лобанов, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.